Viņa sēdēja pie viņa trīs dienas. Viņa vitrāla rāni, malīlās za него, pielēja par viņu. Un dziedāja viņam dziesmas un apkopa brūces. Tur bija ļoti slikti. И когда он умер, один из журналистов спросил её. Un kad šis cilvēks nomir, viens žurnālists. Как вы это делаете? Попросил, как вы это делаете? Вот то, что вы сделали. То, что вы сделали. Я бы говорил, даже за миллион долларов это не делал. Es to pat miljonus dolāriem to nedarītu. Эта женщина сказала. Šī sieviete teica. За миллион долларов я бы тоже это не делала. По миллион долларов я это не делал. Я говорю, я это делаю, потому что однажды для меня Иисус сделал больше. Es to daru tāpēc, ka reizi Jēzus priekš manis izdarīja ko vairāk. Поэтому я готова столько много делать для Иисуса. Tāpēc es esmu gatava darīt daudz priekš Jēzus. Аминь. Amen. Давайте желать делать больше. Vēlēsimies darīt vairāk. Знаете, что такое любовь? Ziniet, kas ir mīlestība? Любовь это когда ты пытаешься сделать больше, чем ты можешь. Kad tu centies izdarīt vairāk, nekā tu vari. Помните Давида? Atcerieties Dāvidu. Давид маленький царь. Maziņš ķēniņš. В маленькой стране. Mazā valstī. Маленькая страна. Маза валстыня. На маленькой земле. Уз маза земитис. Как это маленькая земля? Ка маза земля. Потому что по сравнению с галактикой, планетами, которые Бог сотворил, это вообще ничто. Я салидзинот ар галактикам и планетам, тас ир некас. И он однажды утром проснулся. Он венрез ищ помогал. Играл на своей гитаре Бог. Спелаю саус гитар с Девом. Так, так вошел в такую любовь к нему. Иегая тада милостиба уз Девом. Господь, я тебя так люблю. Эс тев та мил. Так люблю. Та мил. Я вообще тебя так сильно люблю. Es tevi tik spēcīgi mīlu. Что решил построить тебе дом. Ka es izlēmu celšu tev namu. Представьте, Библия говорит, Бога небеса не могут вместить. Bībele saka, ka debesis nevar ievietot Dievu. Bet на маленькой земле. Maz Dāvids mazā zemē. Самой маленькой стране мира. Bašā mazākajā valstī. Bet я тебе дом построю. Es tev māju uzcelšu. Бог чуть посмеялся. Dievs droši pasmaidīja. Вы знаете, как дети. Kā bērni. Они иногда пытаются сделать то, что они не могут делать. Бэни ценчас издарить то, что они не могут. Но их любовь, она заставляет что-то делать. Вы не милости, это промудрим дарить. И вот Давид, он не мог построить храм. Давид не варей темплю. Он не мог построить дом Богу. Не варей усцелт наму Деву. Но он так сильно хотел. Но он так специк велеяс. Что Бог ему помог. Когда Деву с ним полидзей. Он говорит, построй твой сынок. Усцелт собери золото. Собери серебро. Савад зелт судраб. Ты построй, и я там буду. Он эс тур бушу. Представьте, Бог так сильно Он был вообще поражен любовью Давида. Viņš bija pārsteigts ar Dāvida mīlestību. Что он совершил невозможное. Он засунул себя туда. Viņš sevi ievietoja tur. Куда он не мог себя засунуть. Kur viņš nevarēja sevi ievietot. Он же Давид сильно хотел. Jo Dāvids ļoti vēlējās. Так сильно любил. Tik spēcīgi mīlēja. Ты мы должны так любить Бога. Так сильно любить, что пытаться делать даже то, что мы не можем делать. Пытаться делать то, что мы не можем даже делать. Censties izdarīt to, ko mēs nevaram izdarīt. Аминь. Amen. Вот. Недавно мы в Украине открыли христианский канал. Mēs atvērām kristīgo kanālu. Он так и называется, новый христианский. Tā arī viņš saucās, nav jaunais kristīgais. Почему мы его открыли? Ziniet, kāpēc mēs to atvērām? Не потому, что у нас есть деньги. Nevis tāpēc, ka mums ir nauda. А потому, что мы просто так сильно любим Бога. Jo mēs tik ļoti mīlam Dievu. Мы смотрим, что еще сделать. Ну, ko mēs vēl varam izdarīt? Церкви открываем постоянно. Draudzes mēs atvērām. Проповедуем. Sludinām. В этом году мы открыли 64 церкви. Šajā gadā mēs atvērām 64 draudzes. Уже не знаем, что делать. Ваш не знаю, куда дарить. Надо еще что-то сделать. Надо канал открыть для Иисуса. Ну, отверам канал Иисуса. По каналу постоянно Иисуса показывали. Проповеди. Слудина. Аминь. Вот. И поэтому мы тоже ищем тех людей, которые бы хотели любить Иисуса вместе с нами. Un mēs meklējam tos cilvēkus, kas arī grib mīlēt Jēzu kopā ar mums. У нас большие очень расходы на спутник, на зарплаты рабочим на этом канале. Un mums ir lieli izdevumi gan новые par передачи, новые программы. Jauniem raidījumiem, gan par satelīta nomu, gan par darbiniekiem. Канал уникальный. Канальс уникальный. Потому что недавно наш один из работников канала. Viens no kanāla darbiniekiem. Он общался с другим христианским каналом. Viņš runājās ar citu kristīgo kanālu. Этот человек ему говорит. Un šis cilvēks viņam saka. Нам бы так хотелось сделать новые программы. Mums tā gribētos jaunas programmas. Мы не можем. Bet mēs nevaram. Он говорит, почему? А капец. У нас мало людей. Mums maz cilvēku. У нас работает всего лишь 100 человек на канале. Mums tikai 100 cilvēku strādā uz kanāla. А у нас работает сколько? Cik mums strādā? 12. 12. И мы делаем новые программы un постоянно. Programmas. Новые передачи. Jaunas raidījumas. Кто из вас видел уже этот канал? Kāds ir redzējis šo kanālu? Слава Богу.
Слава Dievam. Уже очень скоро мы войдем во все кабельные сети. Он ļoti drīz mēs iesim visās kabeļu. Для этого нужно большие деньги. Там arī vajadzīgi līdzekļi. Вы можете смотреть этот канал в интернете, вы можете смотреть этот канал. Если вы в интернете смотрите этот канал. Просто вбивайте новый христианский и вы найдете его в Google. Ярастет Google новый христианский, он этот здесь. И у меня есть к вам предложение, если кто-то из вас хочет стать партнером. Я касаюсь вас кļūt par partneri. Этого дела Божьего. Šim Dieva darbam. Неважно сколько. Но смотрите, 5 евро в месяц, 10 евро в месяц. 5 или 10 евро в месяц. Может 100 евро в месяц. Varbūt 100 евро в месяц. Важно сколько. Но смотрите, cik. Важно одно, что мы продолжали делать дело Божье. Смотрите, ir viens, lai mēs turpināt darīt Dieva darbu. У вас есть желание. Jums ir vēlēšanās. Stāt участниками. Kļūt par dalībnieku. Того, что сегодня мы делаем. Tajā, ko мы сегодня делаем. Этот канал открылся благодаря новому поколению. Šis kanāls atvērās pateicoties jaunai paudzei, slavu Dievam. Новое поколение, оно будет расти. Un jaunā paudze tā pieaugs. Аминь. Поэтому я вас призываю. Tāpēc es jūs aicinu. Стать партнерами. Kļūt par partneri. Частью этого дела. Kļūt par желание, просто поднимите руку, наши кто-то раздаст, да? Kāds var izdalīt šos Если у вас есть желание, можете просто помахать рукой, к вам подойдут. Jūs varat pacelt roku, jums iedos šo lapiņu. Вот. Да, заполните просто и верните. Вот там еще люди славы. Jūs varat aizpildīt un atdot to, un, lai ar jums pēc tam var sazināties. Jūs можете жертвовать. Jūs varēsiet ziedot. Вот, на открытие, то есть на раз того, чтобы канал распространялся и рос. Ну, там тадэль сетэ дарба, лай канал аукту un attīstītos. Там на столе есть мои книги. Tur uz galda ir manas grāmatas. Kas vēl nav priebritāl, priebritājte. Kas vēl nav iegādājies, vai varat iegādāt. Kas nav lasījis, lasīt. Es ticu, ka Gospodj vas blagoslavīt. Es ticu, ka Dievs jūs svētīs. Amin. Amen. Ešķi paplagadarīm Jēzusa. Gospodj, mēs blagadarīm Tevi. Pateiksimies Jēzum, paldies Tev, kungs. Blagadāt, za Tavu milost k nam. Par Tavu žēlstību mēs pateicamies. Vsa česть. Viss gods un visa slava. Amin. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Значит, про кристиго телевизию варес. Ещё христианском телевидении. Может быть, как, ну, Дмитрий Макларенко вы издали я ритас лапинс, потому что кое-кто не варес созвонит, он не варес сказать, как ле парскает эту науду. И там было, что Дмитрий тоже эти листочки делил и там как-то не могли дозвониться и перечислить эти деньги. Ну, может, мы с дядей делаем так, как мы сможем, ну, или так плохо И он, мы делаем так, что можно положить в конверт. Он узнает, что это явным христианским каналом. Что это для нового христианского канала. И потом от церкви мы все перечисляем все вместе. И чтобы не было так, что ты желаешь пожертвовать в это дело, но ты это не по каким-то причинам не можешь сделать. Я думаю, что это большое дело. Ну, то есть, я не знаю, тих те каналы арī nebūtu, man arī tur ir tā pake, tur ir tik daudz tie kanāli, bet man tur Я тоже смотрю, сколько этих каналов. Īsti nav ko skatīties, godīgi sakot. Если честно, то нечего там смотреть. Un man televizors vairāk strādā uz Smart TV režīmu, ka es skatos vienkārši internetu. И мой телевизор больше работает на Smart TV режиме, когда можно видеть то, что в интернете, проповеди и остальное. Ну, vēl es gribu pateikties Dievam par šo dievkalpojumu. Благодарю Бога за это служение. Protams, tur, tas, ka mūs ir tik maz šodien, ir sava lieta tam, kad mums bija tikai konference. Это, конечно, то, что у нас столько, сколько сегодня есть, это одна из причин тоже, что была конференция. Un citi varbūt ir paguruši. Кто-то, может, устал. Kāds nav to informāciju aizsniedz. Кого-то эта информация не достигла. Bet dievkalpojums bija brīnišķīgs. Но служение было чудесным. Brīnišķīgs. Amen. Un es domāju, ka... Я думаю. Es teicu, ka noteikti būs šīs dziedināšanas par kvantāns runāju. Я верю, что будут исцеления, о которых Антон говорил. Pagājušajā reizē, kad viņš bija šeit, no Kuldīgas mums nākamajā rītā, no Kuldīgas vien dāma. Прошлый раз, когда Антон был здесь, одна женщина из Кулдыги позвонила. Piezvanīja tam Oskaram, kad nākamajā rītā. Что следующее утро. Viņa nebija divus gadus, nebija varējis savost neko. Она два года не смогла чувствовать запахи. Un otrā, viņa arī iznāca tāpatās uz aizlūkšanu. Она также вышла на молитву. Un uzreiz nekas nenotika. И сразу ничего не произошло. Bet otrā rītā viņai vedekli ienesa maipuķītes. Ну, на второе утро ее невестка занесла цветы в комнату. Ландыши, ja? Смаржīgs. Которые пахнут. Un
tante sajūta, ka viņš sauž. И эта женщина почувствовала, что она чувствует запах. Tad viņa meklēja modēju telefonu, zvanīja Oskaram. Pasakiet Antonam, ka tā es sauž atkal. И она сказала, просила передать Антону, что она исцелена, что она может чувствовать запахи. Un tajā reizē, kad bijām Kuldīgā arī, tur bija tā uzreiz, bija tāds konstatējām vienu lietu. И там было в Кулдиге, мы тоже в прошлый раз, было сразу одно исцеление. Man vispār tas video kaut kur nozudis, bet viņš vajag būt kaut kur, kur es uzņēmu, kā viņi liecināja. И где я сняла, у меня видео было, где я сняла, как viņa женщина свидетельствовала. Tur patās uz vietas, там же на месте. Zālē viņai pazuda bumbuls tāds uz kakla. У нее на шее пропал такой... Не знаю. Jā, mums vienkārši sasatiekās ar cilvēkiem, kuri ļoti mīl Dievu. Mums sasatiekās ar tādiem cilvēkiem, kas... Nam надо встречаться с людьми, которые очень любят Бога. Un Antons ir tāds. И Антон такой. Un tāpēc, kad viņš dalās ar to mīlestību, vai ne? Mēs jūtām šodien pareizi. Он делится этой любовью. Мы чувствовали, и он любит Бога очень. Un mums tajās rūpēs, reizēm mēs tā kā... Mēs tā kā viņš teica, mēs atceramies, ka viņš mūs mīl, bet mēs tā kā piemirstam izrādīt ar savu mīlestību. Мы помним, может быть, что Бог нас любит, но мы забываем проявлять свою любовь. Tieši kā šodien Antons teica. Как Антон сегодня говорил. Un paldies, Anton, ka mēs šodien varējām atkal ieiet tajā. И спасибо, Антон, что сегодня мы могли зайти в это снова. Un tā, man tas dziļi pieskārās. Это меня глубоко коснулось. Un es ticu, ka būs vēl kaut kādas lietas, ko tu nāc, tu gaidīji. И будут какие-то вещи. Kaut palīdzi, tu saņēms viņu. Ты получишь помощь, которая тебе необходима. Jo tur sākās šī apusējā mīlestība. Потому что там начинается взаимная любовь. Слава Dievам par to. Слава Богу. Слава Dievам, pasaki, es saņēmu. Es saņēmu. Скажи, я получаю, у меня есть. Es redzēju Kristu krustā. Я видела Христа на кресте. Esas krusts ir tukšs. Это крест, он пустой. Ну viens būs labi. С одной стороны, хорошо. Ka viņš ir tukšs. Что он пустой. Bet mums bieži, mums ir lietas reizes, jā, ka Antons teica, mums ir jāierauga, viņš tur. Но есть случаи, когда надо видеть эти раны, видеть эти болезни. Mēs visi varētu izstiet savas rokas. Можем все протянуть свои руки. Un sveicīt Antonu un viņa komandu. Благословить Антону и его команду. Viņi rīt brauc, kalpot uz Talsiem. Завтра они служат в Талсах. Un viņi pēc tam brauc uz Poliju. И потом в Польшу едут. Un pēc tam brauc atpakaļ uz Ukrainu. И потом обратно в Украину. Viņi paši draugs pie stūras. Mēs Jēzus vārdā. Mēs svētam šī puiša kalpošanu. Mēs svētam Jēzus vārdā visu, ko viņš dara Jēzus vārdā. Все, что он делает во имя Иисуса. Lai nāk vārds ugunīgs. Пусть приходит слово во мне. Viņa izmanto. Ogņinājas slovo, mēs tev pateicamies, ka viņš ir veltījis savu dzīvi tev. Благодарю, что Господь, mēs tev pateicamies, ka daudzi cilvēki tiek dziedināti un atgriezti un atpakaļ atvesti uz debesu valstību. Mēs tev pateicamies. Mēs tev pateicamies par to Jēzus vārdā. Lai šī viņa uguns dedzina mūsu zemi. Lai šī uguns dedzina mūsu zemi. Lai paceļās tādi paši ugunīgi puiši. Tādi, kuri grib dedzināt. Чтобы разжигать гайсму, Христос гайсм нес. Свет Христов. Кукс, мы с тобой потецамес. Мы с тобой потецамес, ка ши лапа, ши угон, шо дене шей. Факел, шо дене шей. Мы с тобой потецамес, мы с светом виня целю. И мы благословляем его путь. Мы светом целю уз Литву, уз Полию, уз Апакаль, уз Майам, уз Украин. Обратно домой в Украину. Пусть ангел сохранят. Ла Христос асенци пар виню. Пусть кровь устанет ним. Ла Jēzus Kristus вард виня пасаргат но висим ляним силвекем. Viss, kas ir kaut kas pret visu šo braucienu, Jēzus vārdā, lai krīt viss. Pusi tie противодействия, lai viss krīt Jēzus vārdā. Mēs iestājāmies, kungs, kā draudz, mēs iestājāmies, kungs, pret visām šīm tumsas lietām. Jēzus vārdā. Kungs, lai eņģeļi nes viņu. Lai nes šo lāpu Jēzus vārdā. Mēs tev pateicamies, kungs, Jēzus vārdā. Amen. Antonam vēl laikam liels ceļš priekšā, vai ne? Еще великий путь ожидает Антона. Лиос Варенс. Великий путь. Не так, как, ну, сельч такая, такая, бед, ну, не так, как дорога, но такое, как поход или, ну... Да, в своей жизни. В жизни, да. Не? У меня есть напряжение, когда Антон сидит сегодня, не? Ты рад, что Антон сегодня мы здесь? Мы видим, что его цель сакум. Что мы видим, это начало этого пути. Бед вайна, когда у нас будет бейгас. Но награда будет в конце. Амен. Амен. Слава Девам. Я спасибо всем, кто шокер шет ир. Я говорю. Когда ты нац смеклять Христу. Что ты приходишь искать Христа? Кому сюда две спей?
Un es uzskatu, ka mūsu jaunās paudzes konferences turpinās. Я верю, что конференция нового поколения продолжается. Sākās Rīgā, un tagad mēs Началось в Риге, сейчас продолжается в Венспилсе. Rītvakar šeit šajā pašā zālē būs mācītājs Orens. И завтра в этом же зале будет пастор Орен. Šis ir laiks, kad vajag meklēt Dievu. Это время, когда надо искать Бога. Noliec nost visu savas rūpes. Оставь свои заботы. Un nāc meklēt Dievu. Иди ищи Бога. Amen. Amen. Будь благословен.